Почти 3000 лет в этих кельях не ступала нога ночного эльфа. Никто не знает, какие существа могли поселиться здесь после того, как мы запечатали вход. Здесь нечего бояться. Единственный враг сейчас оскверняет земли над нашими головами. Давай поскорее закончим то, зачем мы пришли, и вернемся на поверхность. Согласен, но осторожность не помешает. Неизвестно, как нас встретят друиды-хищники после столь долгого сна. Приветствую вас, ребята, на канале Ролик Гейм Онлайн, с вами Росси, и мы продолжаем проходить Warcraft за ночных эльфов. Глава 7 или 6, если я не ошибаюсь. Точно посмотрим. Значит, наша задача — найдите кельи, Киранда должна выжить, Манфлорион должна выжить. К нам присоединились друиды-вороны. Как я понимаю, теперь нам нужно найти друидов. Других уже. Я ощущаю в них присутствие тьмы. Великое зло изменило их облик. Немедленно. Ребятки, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Ставьте лайки, дизлайки, заходите на Patreon. И, конечно, оставляйте свои комментарии. В принципе, уже близится к окончанию наша кампания по эльфам. Немедленно. Следующую кампанию... Нужно, наверное, буду проходить на высоком уровне сложности, для того, чтобы вам было немножко интереснее смотреть. Потому что согласен, что смотреть на низком, тем более тот, кто играл, не очень интересно. Ну, не на низком, а на среднем, но вы поняли, о чем я. Немедленно. Кстати, у нас такая неплохая, серьезная армия собралась. Мне нравится, что у нас есть элементы замедления. Пропустили. Паук-плевак. Отучим его. Плеваться. Да будет так. Вы нормальных пацанов. Немедленно. Во имя Луны. Немедленно. Что-то мы пока не можем. Такова воля богини. Гладко. Демона. Вот что изменило пауков. Если порча творит такое с обыкновенными пауками, я и представить боюсь, во что она превратит более крупных животных. Лучше я не представляй. Этому конец. Любой ценой. Лучше, Малфариону, не представляй. Да будет так. Я слышал, кто-то там кричал, кого-то мы потеряли. Жалко, что у нас... Жалко, что у нас нема никакого хиллера, который бы подлечил нашу толпень, так сказать. Во имя Кинария! Во имя Луны. Одни яды, 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 а хила никакого. О. Немедленно. Футбург, ты как их? Постой, жрица, прошу, помоги нам. Нашего шамана укусил какой-то странный паук, и теперь он при смерти. Все племя ушло, они бросили нас. Чем мы можем вам помочь? Его спасет вода из источника жизни. Это совсем рядом. Но мы не решаемся оставлять шамана в таком состоянии. Если бы вы наполнили эту флягу и принесли ее нам, его жизнь была бы спасена. Если мудрость шамана убережет вас от безумия, я с радостью помогу спасти его. Угу. Значит, где-то есть источник жизни. Надо его найти. Но стража. Анудора.
Во-первых, это хорошо, что мы сами сможем там подлечить свои войска. Ой, призраки — это опасная тема. Вот так вот, потому что поэтому и опасная. Бежит, 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 целятся. Ну-ну-ну. Успели. Жалко. Ну, она бы и так умерла, в принципе. Был бы шанс выжить, но, в принципе, скорее всего, она бы погибла. Блин, что такие все жесткие охранники, блин. А войск почти не осталось. Кстати, обратите внимание, нету совы. Не могу его вызвать. Интересно, а этот источник жизни, он не проклят, как тот, что мы видели до этого? Вот этот. И опять же, этот фурблок не уточнял. Мы могли бы из того набрать. Дать шаману испить самогончика. Зелененького. Как-то долго он не лечится. Рассказывай. А, ну да, у меня ж типа шаманы эти могут поднимать воздух. Это ж отличный контрольный, а что ты им не воспользовался? Да будет так. Ну что, Малфурион, будешь ты танчить? Я слышу голос Луны. Хвала Луне, жрица. Сказать по правде, мы сомневались, что ты вернешься. Теперь у нашего шамана есть шанс выжить. Я должен еще раз поблагодарить тебя, жрица. Возьми этот талисман. Если тебе понадобится наша помощь, воспользуйся им, и мы придем. Лучше бы вы дали. Что угрожает этим землям? А, это сейчас можно. Я слышу голос Луны. Я думаю, это уже в конечную заставку, когда мы будем валиться с демонами. Они такие придут, мы в фурболге пришли вам помочь. Хотел уже возбудиться, типа, лучше бы сейчас дали какого-то пару бойцов. Одного-двух. Сейчас мы так и сделаем, наверное. Да будет. Путь на юг закрыт, но я могу попытаться открыть эти врата. О нет, как я мог забыть? Что за ними? Что так взволновало тебя, любовь моя? Эти врата ведут к темнице Иллидана. Идем дальше, Тиранда. Скорее. Иллидан? Прошло 10 000 лет. Неужели он все еще жив? Мы должны освободить его, Малфурион. Он мог бы стать бесценным союзником в войне против нежити и демонов. Нет, Тиранда! Это чудовище не должно вырваться на свободу! Но он твой брат. Даже если так, нет. Он слишком опасен. Я запрещаю тебе делать это. Запрещать мне может только богиня. Я освобожу Иллидана. Нравится тебе это или нет? Ну иди, шлюха. А ну, дура. У нас остался талисман, так что. Да будет так. Аштера Фаладор. О, болотное чудовище. Хочу с ним сразиться. Да будет так. За Калимдор. Призрак. Аштера. Надо сразу был ветки, чтобы он не подбежал к нам. Ладно, давай попробуем одного.
Блин, было бы эпично, если бы убили. Если бы сейчас я ее держал на расстоянии, и потом она такая херак. И в хуй долго впилилась. Но он призванный, может быть, поэтому не смогла. Так, магический круг. Солнцевый круг. Солнечный круг. И чего? Я верховный друид Лунной Поляны. И я требую пропустить меня. А что, так можно было? За Калимдор. А ну, дура. Ничтожная... Пошел прочь. Ты не достоин лицезреть богов-медведей. Богов-медведей? Когда-то они стали богами. Так. Пока полетай. Мы пока сейчас твоего этого нахлобучим. Теперь спускайся. Да все, хватит, уже спускайся. Может быть, он имел в виду спящих друидов-хищников? Но почему он так странно их назвал? Они ведь такие же, как я. Значит, уже нет. Слушай, когда ты спустишься? Что-то не так. Я готов. Дерево готово. Все, хорош. Что здесь у нас угрожает этим землям? Как ты смеешь? О, слишком луны. Нормальная тема. Как ты смеешь? Ребята, проходите, не толпитесь, не стесняйтесь. Свиток исцеления. Да, если там есть кого-то еще исцелять. Так, все сюда, все сюда. За мной. Это все, что моего отряда осталось. Ранда нас предала. Иди на разведку. Это нам не нужно, ты пропадешь скоро. О чем шумят деревья? Я готов. Что угрожает этим землям? Аштера Фаладон. Ну, дракончик раз, дракончик два, дракончик три, четыре. Катсцены включил. Друиды-хищники уже пробудились. Сюда, братья мои. Нам многое нужно. Что за... Они совсем одичали. Звериная сущность полностью поглотила их разум. Во имя ворона. Может быть, их спасет звук рога. Но в этой части пещеры его мало кто услышит. Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Мерзкие отродья смертокрыла. Следовало догадаться, что ваша проклятая стая найдет убежище в пламени земных недр. Неужели сон притупил мои чувства? Короче, мне надо этих друидов постоянно Лимдор. Поддерживать. Но не бить. Правильно я понял еще раз? Приведите Малфариона в магический круг в центре пещеры. Все друиды хищники должны выжить, Малфарион должен выжить. Вы кто? О, они друиды вороны. Значит, получается, их надо просто поднимать, контролить. За Калимдор. Просвети меня. Сейчас мы так и сделаем. Что же делаешь? Пилот слетает, мы идем дальше. По пути хлобучим паука. Я един с природой. Так. Само собой. Что-то не так. Идем дальше. Жалко, что я не могу деревья что-то вызвать, блин. А ну, дура. Блин, убили дриаду. Били дриаду. Это печально. А ну, дура. За Калимдор. Аштера Фаладор. Мудрые слова твои. Неужели сон? Придется так делать. Да будет так.
Да будет так. Я готов. Блять, у этого маны не хватает. 15 маны. Я един с природой. Где сейчас ночь? Проси, о чем хочешь. Что-то не так. Все, всех все хватает, проходим мимо. Что тут? Аштера Паладор. Ничего нема. А ну, дура. Да будет так. Метатель слизи, мерзкое отродье. Что угрожает этим землям? Еще вон. Аштера Паладор. Успеем пробежать, чтобы кто-то не заметил. Ну, фуртблогов не жалко. Во-первых, это вообще не наши ребята, а во-вторых, они и так призываются на время. Надо использовать их по полной. Что угрожает этим землям? За Калимдор. А ну, дура. Сейчас мы будем дуть в рог. Похоже, мы уже давно забыли, кто мы на самом деле. Не переживай, Терошан. Мне вновь нужна ваша помощь. Пылающий легион вернулся. И чтобы остановить его, нам придется объединить усилия. Тогда друиды-хищники в твоем распоряжении, Шандо, ярость бури. Назад пути нет. О, богиня, только бы Малфурион ошибался. То, что ты задумала, безумие. Даже твоя богиня осудила того, кого ты стремишься освободить. В общем, Малфурион подол в рух. Теперь надо освободить Иллидана, ярость бури. Брательника Малфуриона, ярость бури. Немедленно. Да будет так. Кстати, да. Иллидана же освободили не просто так. Стою на страже. Далеко не кто просто так. Угрожать нашим лесам? Слушаю. Тем более заточили его на 10 000 лет. Немедленно. Потому что не нужно было вступать в сделку с легионом. Не нужно было осквернять колодец лунный, огромный. Всех колодцев, колодцев. Не надо было. Да будет так. Кто ты? Каменный страж. Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Луны. Что-то, мне кажется, я не туда зашел. Ну ладно, раз писал, что зашли, то надо всех убить. Слышу голос Луны. Немедленно. Тут, оказывается, нормальная такая тюрьма была. Не пустая. Пьедестал книги призыва. Интересно, что это такое? А ну, дура. О, Фолиан знаний. Не зря разбил. Такова воля богини. Такова воля богини. А ну, поскакали на магический круг. Покажи мне путь. Во имя Луны. Так, я оттуда пришел. Давайте сюда сначала. Немедленно. Да будет так. Богиня зовет. Да будет так. Богиня зовет. А что здесь? Что здесь? А вон еще там. Такова воля богини. Узники. Во имя Луны. Я слышу голос Луны.
Немедленно. Так, значит, укажи тебя оставим здесь. Кто смеет угрожать нашим лесам? Мы туда побежали. Такова воля богини. Задачи. Освободить Иллиданну. Тут же должна быть этот Майерф, или как его зовут? Фантом Ассасин. Она ж тут? Она ж тюремщица. То есть, по идее, она должна была его защищать. Но, скорее всего, она может была на выходном или еще где-то, что мы сейчас его освободим. Короче, она была не здесь, наверное, чтобы она не помешала. Хотя, может, еще помешает, может, я ошибаюсь. Ну, исцеляющие идолы. Как? Суперски. Так а мне. Не хватает места. Места не хватает на них. Разве что только так. Такова воля богини. Повеселиться. Ашето Роман. Да будет так. Во имя Илуны. Жду приказа. Тебя сюда. Я слышу голос Илуны. Все, ворота открылись. Немедленно. Приказ поняла. Можно их забирать отсюда теперь. А это в самый верх. Иллидан где-то здесь. Так будет говорить Маев. То есть, видите, тут все было не так просто, чтобы попасть к Иллидану. Богиня зовет. Погнали вниз сначала, может что-то интересное есть. Такова воля богини. Во имя Илуны. Во имя Илуны. Такова воля богини. Они спят. Во имя Кинария. Анудора. Немедленно. Что здесь? Да будет так. Оружие стражей. Оно нам пригодится. Ну и чё? Кто смеет угрожать нашим лесам? Ну это только охотниц. Такова воля богини. А типа этих лучниц не надо улучшать. Во имя Луны. Смерть незваным гостям. Че ты такой агрессивный, дядя? Во имя Луны. Не надо так. Немедленно. Кольцо регенерации. Немедленно. Так, кольцо регенерации мы возьмем вместо этой хрени. Ладно, хорошо, сюда выложи. Во имя Луны. Я слышу голос Луны. А тут чего там пауки? Энурифа. Да будет так. Ладно, сначала прибьем самих пауков. Во имя там Кинария. Освободим узников. Во имя Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Никто. Немедленно. Да будет так. Такова ничего нету. Будет тут так. Узники. Еще и волк, да? Такова воля богини. Да, у нас вот такая грядка. У меня на пути. Только могущественный друид мог заставить их сделать это. Ха-ха, или да. Ой, точнее, этот Малфорио. Заряза такая. Слишком просто. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля. Малфорио хочет помешать нашему счастью с Иллиданом. Скажи мне путь.
Не стесняйтесь. Ни слова больше. Богиня зовет. А, блять, а ты че осталась? Приказа. Ашето Роман. Во имя Луны. Твой ход. О. Я слышу голос Луны. Источник здоровья. Приказ поняла. Ашето Роман. Можно подлечиться трошечки. Да будет так. Волк с нами, все с нами здесь. Вон еще какие-то клетки, надо освободить кого-то. Во имя Луны. Пусто. Тоже пусто. Да будет так. Гоблинские мины. Даже не знаю, стоит ли с ними возиться. Может, дальше это нужно будет по заданию, но не хочу. Немедленно. Дядя, иди сюда. И ты тоже. Жду приказа. Точно, наверное, можно было взять мины, заложить их. И этот, и взорвать эти. Во имя Кинария. Укажи мне путь. Анудора. Такова воля богини. Немедленно. Твой ход. Хорошо? Богиня зовет. Да будет так. Что это за магические круги? Интересно. А-а-а. Мантия интеллекта. Твой ход. Не проблема. Еще куда-то улетела, что ли? Я уже вернулась. Укажи мне путь. Ладно. Хорошо. Я слышу голос Луны. Волка, пустите. Волка позорного пустите драться. А он такой, знаете, пустите меня драться, пустите. Сам с фул хп ходит. Жду приказа, я слышу голос Луны. Такова воля богини. Стой, жрица. Это запретное место. Даже для тебя. Здесь заточено великое зло, которое должно оставаться в подземном плену. Когда-то Иллидан был великим героем. И он вновь станет им. Я верю в это. Ты сошла с ума? Освободив предателя, ты погубишь нас всех. Да будет так. Просто херня. То, что я запорол ульт, вот это плохо. Во имя Луны. Вот это херень. Я его начал кастовать, я начал двигаться. Третий уровень против шестого. Смешно. Иллидан, ты меня слышишь? Тиранда, это ты. После стольких веков кромешной тьмы твой голос словно лунный свет. Легион вернулся, Иллидан. Ты снова нужен своему народу. Что ж, я буду сражаться с демонами. Но только ради тебя, Тиранда. И уж никак не ради нашего народа. Шалунишка. Тогда поспешим. С каждой секундой демоническая порча охватывает все новые земли. Минула вечность, брат.
Вечность кромешной тьмы. Иллидан, твой приговор был расплатой за твои же проступки. Кто ты такой, чтобы судить меня? Если ты еще помнишь, мы вместе сражались с демонами. Прекратите! Прошлого уже не изменить. Любовь моя, с помощью Иллидана мы прогоним демонов и спасем то, что еще осталось от нашей прекрасной земли. Ты представляешь, чего это будет стоить, Тиранда? Этот предатель может погубить нас всех даже раньше, чем демоны. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Вот такая в конце семейная драма у нас произошла. Ребятки, спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.